Для тех, кто не может прожить без рыбалки, Одесский рыбоохранный патруль подготовил специальную карту. Из-за нереста ловить рыбу в регионе можно только в специально отведенных местах. На онлайн-карте отмечены 8 мест на реках Днестр, Трунчук, Кодыма и Южный Буг. Рыбалка, кроме указанных участков, запрещена до 30 июня, но без нарушений не обходится. За март инспекторы зарегистрировали 162 правонарушения. Кроме того, было составлено 22 акта по изъятию имущества. 554 килограммов рыбы, 208 орудий лова и 8 лодок. Дальнейшая судьба изъятого неизвестна.